Смотри. Давай, показывай. Ага. Трехметровым правилом проверяем, чтобы были нормальные отклонения. Ага. Не, молодцы, ребята, молодцы. Да, хорошо все. Угу. Ну, мы в прошлый раз здесь проходили, как бы. Вот тут было у нас замечание, по-моему. Да. Да. Пошли дальше. Угу. Да, нормально. Так, сейчас я элементы примыкания, диагональные косынки, уголки с сеткой. Уклон под установку подоконного отлива, видите. Так что, давай дальше. Угу. Да, нормально. Нормально. Ну, ясно. Да, точно так же. Потому что если цоколь делается в другом материале, пусть он делается полностью, чтобы у тебя... Они иначе не смогут собрать, у них некрасиво будет.